Хотел перебросить посылку за колючую проволоку, но попался. В Рыбинске, рядом с колонией, полицейские поймали 29-летнего мужчину. У него изъяли 8 мобильных телефонов, зарядное устройство, наушники и зажигалки. Оперативники составили протокол. Мужчине грозит штраф. Передача, либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещены законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.